Привет, ребят! Я вас еще раз хочу пригласить на ретрит, который состоится с 18 по 22 октября. Уже совсем скоро. И да, этот ретрит, он будет отличаться от других. Чем он будет отличаться? Ну, во-первых, мы там достаточно много будем разговаривать о физике. Почему же у нас некоторые моменты происходят вот так вот и вот так вот? Что зажимает наше тело? На какие точки нажать, чтобы открыть это, открыть эти порталы, открыть эти возможности, открыть эти знания, чтобы ими пользоваться в полную меру? Почему мы пришли именно в это тело? Что в нем такого, про что молчат? Почему нам не говорят самого сокровенного о нашем теле, которая нам дает такие возможности, а мы ими не пользуемся, потому что мы даже не знаем, что это такое. Ну и, конечно же, будет у нас после ретрита, мы поедем на Красную Поляну на 3 дня, и там мы берем очень-очень маленькую группу людей, несколько человек мы, вернее, возьмем с собой. Почему несколько человек? Потому что у нас там будут, я буду проводить людей через регресс, проводить через их генетическую память, чтобы человек понял, увидел и осознал, почему у него вот так и вот так складываются определенные моменты, откуда он их тащит, и почему он там с ними не распрощался, почему он до сих пор идет с ними, и как ему избавиться от некоторых моментов. Если тебе интересно, то присоединяйся. Все контакты под видео.